Нет профессии ближе к Богу. Вот опять разорвав тишину, чуть машина тревогой будет, значит снова нервы в труду. Значит снова зовут вас на помощь люди верные клятве врачей. Милосердие идут дорогой, нет на свете сердец горячей. Нет профессии ближе к Богу, дни ночи усталость забыв, как солдаты не на параде. Не щадите вы собственных сил, человеческой жизни ради. Люди верные клятве врачей, милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей. Нет на свете сердец горячей. Нет на свете сердец горячей. Нет профессии ближе к Богу. Люди верные клятве врачей. Милосердие идут дорогой. Нет на свете сердец горячей. Нет профессии ближе к Богу. Спешат они, не подвели еще ни разу. Нас наши добрые врачи. Зимой в мороз и злую стужу, и летом в знойный жаркий день, их до конца день загружен. Нам слышен только гул сирен. Ангелы в белых хаматах, службе своей верны. Среди больничных палаток жизнь нам спасаете вы. Ангелы в белых халатах службе своей вы верны. Среди больничных палаток жизнь нам спасаете вы. И в непривычные выходные покой положен лишь больным. Часто затяжными дежурства выпавшие им, но не услышать нам ни слова, что плохо все стало жизнь, а вызов лишь поступит снова и мчится скорая держись. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем районе важное и знаменательное событие. Это открытие бюста и мемориальной доски заслуженному врачу Мордовской АССР, заслуженному врачу РСФСР, народному врачу СССР, почетному гражданину поселка Рамаданово Владимиру Сергеевичу Поросенкову. С предложением увековечивания памяти Владимира Сергеевича Поросенкова выступила администрация Рамадановского муниципального района в лице главы района Сергея Валентиновича Ведяшкина. А поддержала это предложение и воплотила в жизнь сельская поселковая администрация в лице главы сельского поселения Татьяны Викторовны Колмаковой. В 1956 году Владимир Сергеевич возглавил Рамадановскую районную больницу. Ему было 26 лет. Полвека Владимиром Сергеевичем отдано практической медицине. Почти 6 тысяч проведенных операций. Тысячи спасенных жизней и благодарных пациентов. В то же время он проявил себя и как талантливый организатор. 48 лет бессменно возглавляя Рамадановскую районную больницу. В 2021 году Рамадановской районной поликлинике было присвоено имя Владимира Сергеевича Поросенкова и открыта мемориальная доска на здании больницы. Сегодня на торжественном мероприятии присутствует министр здравоохранения Республики Мордовия Маркин Олег Валентинович, заместитель главы Рамадановского муниципального района Кузнецов Виталий Сергеевич,
глава Рамадановского сельского поселения Колмакова Татьяна Викторовна. Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Рамадановская поликлиника имени Владимира Сергеевича Поросенкова Назаров Алексей Леонидович. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Мордовия Усанова Анна Александровна. Скульптор Филатов Николай Васильевич. Семья Владимира Сергеевича Поросенкова, династия врачей Поросенковых. Уважаемые родные и близкие Владимира Сергеевича, уважаемые коллеги, сегодня мне особенно приятно в преддверии нашего профессионального праздника Дня медицинского работника в очередной раз почествовать нашего великого земляка, нашего уважаемого коллегу Владимира Сергеевича Поросенкова. Много можно говорить эпитетов про этого человека в единственном числе. Как было уже сказано, он единственный и последний народный врач Советского Союза, представитель Республики Мордовия. Он единственный, кто 48 лет возглавлял лечебное учреждение. Всю свою сознательную жизнь он посвятил одному – служению людям. Он спасал и оберегал здоровье не только жителей Рамадановского района, не только Республики Мордовия, но и представителей других регионов. Мне посчастливилось познакомиться с ним. И всегда я просто восхищался тем, что этот человек – в таком возрасте разумно подходил и интересовался вопросами здравоохранения как Рамадановского района, так и Республики Мордовия. И я уверен, что он и сегодня с нами. И он искренне радовался тогда, когда в годы ковидной войны, а по-другому я сказать не могу, мы все сплотились, и Рамадановская поликлиника, его детище, стало принимать ковидных пациентов. Вновь развернули свои стационарные койки для того, чтобы оказать медицинскую помощь жителям Рамадановского района и других районов нашей республики. Я уверен, что он сейчас вместе с нами, он наблюдает за нами и искренне радуется тому, что сейчас отступил ковид, надеемся, что навсегда, что Рамадановская поликлиника и его детище приступила к той плановой и планомерной работе, которой она занималась в доковидную эпоху. Когда я пришел в Рамадановский район, возглавил Рамадановскую больницу, поликлинику, и первый же разговор состоялся с Владимиром Сергеевичем. Он позвонил, говорит, надо прийти. И вот представляете, то есть человек эпохи, я по-другому никак не могу назвать его, потому что он до конца своих дней, он своим детищем, как говорится, жил, он интересовался, у него были какие-то планы, он, ввиду того, что сейчас реалии другие, он старался как-то помочь.
дорогие друзья, мне очень посчастливилось родиться в семье Просенковых и 40 лет быть любимым внуком моего дорогого деда. Наверное, уже многое сказали о нашей семье, о районе. Я хочу немножко добавить, сказать о том, что очень символично. В день медработника дед опять собрал здесь, как и каждый год, я помню это, главных врачей. Всегда они выезжали куда-то на природу, министры приезжали. И вот сегодня опять все здесь. Спасибо вам за все. Исцелить, ободрить, успокоить.